просьба победителей и призеров соревнований, а также официальным лицам собраться у Министерства почета для фотографирования. Победители и призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию на лыжах мемориала Николая Александровича Пальца на выставке предоставляется право совершить руку почета. На этом спортивная часть всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках мемориал Николая Александровича Панина-Головкина 2019 года завершена. После подготовки льда победители и призеры соревнований выступят с показательными выступлениями.